позиции. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Георгий, они вполне могут захватить центральную зону. Да ладно. Отвечаю. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Георгий, они вполне могут захватить центральную зону. Да ладно. Отвечаю. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Георгий, они вполне могут захватить центральную зону. Да ладно. Отвечаю. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Георгий, они вполне могут захватить центральную зону. Да ладно. Отвечаю. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Георгий, они вполне могут захватить центральную зону. Да ладно. Отвечаю. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Георгий, они вполне могут захватить центральную зону. Да ладно. Отвечаю. Гуири. Штрафной удар. Арбитр пока не торопится раздавать предупреждение. Долбер. Георгий, они вполне могут захватить центральную зону. Да ладно. Отвечаю.
позиции. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Георгий, они вполне могут захватить центральную зону. Да ладно. Отвечаю. Гуири. Штрафной удар. Арбитр пока не торопится раздавать предупреждение. Долбер. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Георгий, они вполне могут захватить центральную зону. Да ладно. Отвечаю. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Георгий, они вполне могут захватить центральную зону. Да ладно. Отвечаю. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Георгий, они вполне могут захватить центральную зону. Да ладно. Отвечаю.
Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке.